в некоторых средствах массовой информации не совсем объективно отражается информация, которая была обсуждалась на заседании последней депутатской группы районных депутатов. Я хотел бы пояснить, что на последнем заседании рабочей группы депутаты обсуждали новые положения, по которым будет формироваться новый состав общественной палаты. На сегодняшний день положение проводит правовую экспертизу в прокуратуре. Заседание собрания будет у нас в конце марта, на котором будет, я надеюсь, принято это положение. После принятия положения, введения его в действие, начнется процесс формирования новой общественной палаты. Поэтому депутаты обсуждали положения новые, они вносили изменения в старые, как трактуют некоторые средства массовой информации. Очевидно, кто-то невнимательный журналист неправильно прочитал первоисточник, это статья, которая была размещена на сайте администрации. Константин Борисович, тем самым можно говорить о том, что сейчас на данный момент общественная палата БМР не существует? Мы обсуждали эту тему. На сегодняшний день я полагаю, что мы должны относиться к нашей общественной палате как к общественному объединению. То есть мы составили новые положения с учетом федеральных документов и с учетом общероссийской практики формирования муниципальных и региональных общественных палат. А поэтому та общественная палата, которая была создана, на мой взгляд, она может существовать как общественная палата, но, скорее всего, неправомерное название, само слово «палата». Поэтому мы на сегодняшний день относимся к нему как к объединению граждан.